Всем привет, это у нас Мистер Мит 131. В этом видео будем изучать дом Мистера Мита с помощью дополнения, которое я умею делать только для себя. Как ни странно, потому что я не аутвит. Сегодня попытаемся залезть в эту сарайку и вообще, в принципе, полазаем по дому. Давайте сразу с сарайки начнем. Так. Ух ты, смотрите, сразу залетел. Смотрите-ка, тут есть в сарайке дыра. Получается, мы снизу должны видеть небо. Давайте прыгнем. Так, здесь есть стол. Получается, в будущем здесь что-то будет стоять. Возможно, здесь даже будет подсветка. Смотрите, какой-то шкафчик. При монтаже я эту комнату сделаю поярче. Так, видите, через крышу видно небо, дерево, звезды. Можно даже, в принципе, стрелять. Если примерно прицелимся в дверь. Но я дверь не вижу. Ну, по крайней мере, это стол, а это какой-то шкафчик открытый. И здесь двери. Давайте выпрыгивать. Бам! Кстати, в двери можно стрелять вообще с любого расстояния, лишь бы у нас курсор был направлен на нее. Смотрите, вот. Бам! То есть оттуда открыл, прям с километра. Так, залезаем на дерево. Мы летим, летим. Сейчас окажемся на дереве. Во, видите, я на дереве стою. Ура! О, Мистер Мит вышел. Но у нас режим призрак, поэтому он нас не тронет. Мы просто будем изучать дом. Давай, давай, давай. О, все, я на крыше. Давайте побегаем. Посмотрим дом снаружи и изнутри. Возможно, замечу какие-то секретные комнаты. Так. О, это что за гараж, кстати, был? С этой стороны он, видите, забит досками. Так, ну понятно, мы здесь лазали. Так, я приземляюсь. Так, я могу, наверное, выйти. Не, не выхожу. Так, понятно, это деревянная дверка. Давай. Есть. Выбрался на дворик. Так, ну-ка. Умеет ли Мистер Мит открывать двери? Вот вопросик. О, смотрите. Он дергает дверь. Смотрите, это не я. Я вот стою. Пинает ее. Фантастика. Он не умеет открывать двери. Ну, понятно, здесь же доска висит. Так, давайте попробуем на эту бочку с водой запрыгнуть. Ах ты, она прозрачная. Понятно, она прозрачная. Так, это что за дверь? Я, видите, здесь уже ходил с помощью бага. Но, по крайней мере, в сарайку я ни разу не залезал. Вот дом Мистера Мита сверху. А вот так я его могу наблюдать со стороны. Так, давайте сейчас возьмем патронов ради баловства. Так. Ой, у нас патроны в той комнате ведь. Пролезай. Ах ты. Смотрите, я единственный здесь в квартире. Вот он здесь долбится в дверь. Давайте ему поможем подергать дверь. Ладно. Не пускаем его. Пока что орудуем сами. Бам. Кстати, давайте к Эмили Кларк слетаем. Заходим. Мы сейчас Мистера Мита явно дразним. Перемещаемся. Смотрите внимательно. Так, 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 так. Все, я у Эмили Кларк. И я могу даже выстрелить. Все. Ее незачем спасать. Миссия провалена. Выйдите в главное меню. Мы находимся в этом месте без бага, но уже с помощью дополнения. Так, вылезаю. За патронами, в принципе. Так. Я могу вот так летать. Потихоньку. Так, так, так. И вот патроны. Ура. Где Мистер Мит? Давайте приземлимся к нему. Попаду ли я вот так? Бам! Повял, смотрите. Вот это был выстрел века. Забирай мясо. Оно ему больше не пригодится. Так, летим, летим, летим. Мне нужны патроны. Наверх. Бам. Да, с дополнением классно. Все. Единственный патрон остался. Все, берем его. Так, и кстати, у нас же Мистер Мит, получается, очнется вот здесь. Так, а как его переместить за пределы? Видимо, никак. Так, а что нам для этого нужно? Смотрите, а если я возьму флейту
Усыплю его и как-нибудь перекину за пределы. Давайте попробуем. Мне нужен молоток. Так, он там дергает и дергает. Понятно, нету. Исследование дома сегодня. Ведь... О, молоток вот. Сейчас я флейту возьму. Его усыплю. Так, трубочка есть. Все, зарядились. Посмотрите внимательно. Может также, в принципе, попасть. Ради прикола. Ну ладно, нет. Давайте здесь нашумлю. Вот здесь. Ему без разницы. Тогда красиво его усыпим. Вот так, смотрите, прикол. Издали. И бам! Ах ты, не попал. Вот наш дротик. Еще раз будем пробовать. С километра буду усыплять его. И бам! Да что ж такое-то? Куда я попадаю-то? Смотрите, а если я попаду ему в эту кость, он заснет или нет? Я попал... Ах ты, вот он! Фантастика, как он так странно летит. Так, все, приземляемся. Бам! Есть, попал. Он просто повял. Конкретно. Можно тебя толкать-то? Очень сложно его толкать. А дробовиком можно подтолкнуть? Вот так. Не, слегка. Сейчас еще проэкспериментируем. Знаете что? Мы попробуем усыпить мистера Мита, выстрелив ему в мясо. Уснет ли он? У нас будет эксперимент в эксперименте. И, кстати, похоже, машина стала прозрачной. Я могу в нее попасть. Вот, смотрите, видите, я в машине. То есть реально можно внутри ходить. Разработчики сделали ее не твердым телом. Просто текстурка. А вот это твердое, видите? Тут есть объем. Кстати, как он очухивается, я не видел в новой версии. И сейчас, наверное, не увижу. Так. Просто так очнулся. Все, стреляем в мясо. Ах ты, прилетел ему в ногу. Я все джойстики отключил. Ха, прикол. Надо было раньше отключать, они мешаются. А если я выстрелю вверх, он вернется? Сейчас меня усыпит, да? Кстати, попробуем давайте. И маленько подойдем. Ах ты, чуть не в голову. Ладно. Один шаг сделал. Все, один шаг. Смотрите внимательно. О, он четко в меня прилетел. Попробую его поймать. Давай. Прям нажимаю. Поймал. Есть. Поймал прямо в воздухе. Кстати, давайте попробуем еще ради прикола. Выстрелю совершенно издали. Откуда у нас будет виден мистер Мит, оттуда и выстрелю. Вот видите? Вот так. Сканирую будущее. Для атаки выбран неправильный угол. Так, вот сейчас интересно. Куда попадает дротик? Так, так, так. Возможно, реально попал на крышу. Давайте смотреть на крыльце. Где он может быть? Так, интересно. Видимо, нет. Куда-то конкретно он не долетел. Дергаем вместе с ним. Смотрите, через него дверь видна. Так, давайте я заряжусь еще разик. И попробуем еще раз издали выстрелить. И на этом мы видео закончим, потому что тут карта пока что маленькая. Но разве что можем еще в цистерну залезть. О, я в цистерне. Все, смотрите, это я в цистерне нахожусь. Тут ничего интересного нет. В отличие от сарайки. Там у нас реально есть какие-то предметы, которые в будущем будут использоваться в игре, потому что явно мы дверь будем открывать и здесь что-то будем искать. Так, дверь же открыта. Да, ну видите, мистер Мит выбрал ломиться прямо через главный вход. Ну-ка. Как стрелять-то в тебя? Бам. А, так вот он куда летит-то. Второй дротик тоже здесь, видимо. Это жесткий недолет. Сейчас буду издали стрелять все равно. Вот так.
Есть! Фантастика, вот вам буковки-то, доказательства, и он там валяется. Все, давайте на этом видео закончим, прикольный момент получился в конце. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, комментируйте, подписывайтесь на канал, с вами был Топси, всем пока. To cope.